Все природоохранные зоны в черте уральской столицы по-прежнему открыты для посещений, подтвердил сегодня министр природных ресурсов и экологии Свердловской области. Но, по словам Алексея Кузнецова, остается масочный режим, соблюдение социальной дистанции и только для тех, кто младше 65 лет. Ввиду действия особого пожарного режима в лесополосах региона, также запрещено жарить шашлыки и вообще разводить огонь. К слову, по сравнению с прошлым годом, количество лесных пожаров нынче сократилось на 22%. И не только в зеленых уголках, на улицах городов воздух стал значительно чище, заключил министр. Я буквально, когда ехал сюда, сотку за май перечитал. Екатеринбург, Нижний Тагил, Реж, Ревда, Верхняя Пышма. Это существенное улучшение качества атмосферного воздуха.